Зачем Молдове оружие? В последнее время все чаще рассуждает глава соседней страны Майя Санду. Недавно в Кишиневе она встречалась с президентом Франции. Макрон обещал удвоить военный бюджет Молдовы. На это 40 миллионов евро из фонда обороны ЕС. Санду заявила, это, цитата, исключительно мирная инициатива Евросоюза. И это только начало. Мы также должны говорить о летальном оборудовании или оружии, если это возможно, если мы сможем получить эту помощь и особенно бесплатно. Молдова – страна с нейтралитетом в Конституции. Это тоже слова Санду. Но на молдавских границах иностранные военные. По-западному в соседней стране цены на коммуналку, продукты, топливо. Проводят и марши меньшинств. Кстати, охрана такого марша обошлась Кишиневу в 4 миллиона леев. С курса евроинтеграции уже не свернуть. В Москве все чаще комментируют отношения Запада и Молдовы. Вот сегодня мы видим, что экономические механизмы формируются исключительно по политическим мотивам. Это прекрасно с того самого кризиса неолиберализма, о котором мы так часто, к сожалению, в последнее время говорим. Есть такое прекрасное слово «махинация». Когда многие решения, которые предпринимаются западным сообществом, они больше похожи не на продуманные шаги, а на такие комбинации разрушительно-провокативного характера. Накануне Еврокомиссия рекомендовала предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС. Саммит 23-24 июня. Слово за европейскими лидерами. Ну и кандидатство, конечно, не означает членство даже в отдаленной перспективе.